Всем привет, друзья! Это я. Меня зовут Роман Кириллович. Со мной вместе уточки. Этих ребят я забрал с собой из Киева. Так, ну что, друзья, погнали. У меня есть презентация потрясающая. Я сделал презентацию. Поехали, потихонечку будем разбираться с тем, как сегодня запускать франшизу, как с помощью этого инструмента делать релокейт бизнеса в другие страны, как увеличить продажи и вот это все-все-все. Я сейчас, кстати, общаюсь с там, потенциальными клиентами. Вижу, что интерес к франшизам примерно сопоставим, наверное, с тем, что происходило весной же 2020 года, во время пандемии, когда примерно процессы в бизнесе происходят одинаковые. То есть предприниматели сначала сжимаются, пытаются понять, что делать, а дальше они разжимаются, те из них, кто смелые, а мы, особенно те, кто из Украины, особенно смелые, да, они начинают разжиматься, и вот сегодня проводили там зумы, и говорят, просто дело не в поворот, очень много всего. До этого общался со своими коллегами и друзьями из Западной Украины, из Ужгорода и со Львова. Вот. И говорят, что там некоторые концепции уже начинают, некоторые форматы бизнесов вышли уже на, скажем так, прежние показатели и даже превышают их. Потому что сейчас там, конечно, большая концентрация людей. Бизнес начинает работать, это очень радостно. И франчайзинг здесь всегда был правильным инструментом для того, чтобы безопасно стартовать бизнес и развивать его. Я писал такой ироничный пост, если вы, скорее всего, после него и перешли сюда, где я саркастично удивлялся тому, что за эти 19 лет нам повезло оказываться рядом с компаниями, которые добивались невероятных успехов. Это наша компания, да, она тоже, я считаю, добилась невероятных успехов. Мы были и остаемся лидером в своем сегменте, были и остаемся первыми, помогаем становиться первыми другим. И сегодня хочу вам рассказать о том, почему одни франшизы растут, вот какие принципы, да, а другие погибают. Вот, если честно, вот всегда общаясь с клиентами, там мои менеджеры, да, я сам, когда общаюсь, все хотят узнать. Все хотят узнать, как стать большими, великими. Вот вы тут все рассказываете про розетку, но она уже была великой и большой к моменту старта франшизы. Вот вы рассказываете там про Leaf Croissants. Ну, конечно, им повезло, они просто придумали круассан, засовывать в него начинку какую-то сладкую и соленую, и им просто повезло. Вот как вы расскажите мне, как может повезти мне и что для этого нужно сделать. Я в какой-то момент отчаялся, уже плюнул и пошел, писать большую математическую модель. Я сейчас поделюсь результатами этого. То есть как вам уже с математической буквально точностью получить вероятность успеха вашей франшизы, друзья. Это очень, кстати, я много очень времени потратил на это. Мы с коллегами создали эту теорию вероятности успеха франшиз. Она состоит из нескольких критериев и всего общий балл, который вы можете набрать, чтобы гарантировать себе 100% успех, что все взлетит, это 33 балла. Пока она в примере в этом у нас 9. Из чего она строится? Нужно ответить на несколько простых вопросов. Вы их всех знаете, да, можете для себя тоже там записывать, отвечать. Я потом всем обязательно скину этот файл, все, кто захочет, я выложу на Google диск, и вы сможете воспользоваться этим и передать всем своим друзьям, коллегам, чтобы они тоже могли узнать ответ на вопрос, получить точнейший, да, получится или нет у них франшиза. Во-первых, нужно указать возраст вашей компании. Вот нашей компании 19 лет, давайте не будем там слишком уж загоняться, давайте поставим там 5 лет, допустим, вы существуете. Окей, за это вы получаете там, максимальный, если честно, балл, 5 лет уже слишком много, и у вас нет франшизы, но это катастрофа. Надо срочно запускать. Вот, но это не единственный критерий, как видите, у нас пока 9 из 33, то есть не очень большой там пока балл. Вот, двигаемся дальше. Количество точек, да, сколько у вас точек? То есть в каждом бизнесе есть разное понятие точек. У кого-то это рестораны, офисы, магазины, вот, и так далее, и так далее. Вот, допустим, у вас одна точка за 5 лет, вы особо ничего не делали, просто вот сидели в своем крафтовом кофейне, улучшали вкус кофе, вы рецептуру постоянно там отслеживали, какая там сейчас популярна во всем мире. Вот, у вас одна точка, вы особо не масштабировались. И оборот в месяц, то есть просто укажите, у вас там 2000 долларов, да, или там сколько там, 1000 долларов, например, то есть не очень у вас прибыльный бизнес, вот 1000 долларов у вас есть, и вот получается 0 баллов. Ну, давайте все-таки будем не настолько пессимистичны, у нас 5000 долларов, неплохой такой средний бизнес. Дальше, следующий критерий, это есть ли франшизы в вашей сфере. Тут надо будет плюсик вам поставить, то есть, вы знаете, у вас есть конкуренты, у них есть франшиза, все, поставили плюсик. Что если есть франшиза, это уже опробовано кем-то, кто-то уже там набил шишки, и можно
надо запускать. Следующий, значит, вопрос, на который надо ответить. Есть ли у вас запросы на покупку франшизы? Если у вас есть запросы, то шансы на успех увеличиваются. Представляете? То есть вы запустите франшизу, и всем, кто делал эти запросы, вы продадите. Вот, то есть можно поставить плюсик, если они у вас были. Сразу 4 балла получите. Вот у нас уже 15 из 33. Двигаемся дальше. Есть ли у вас финансовая отчетность? Ну, то есть, как вы делаете финансовую отчетность? Вообще, считаете ли свои прибыля и убытки, да, хотя бы в Excel, ну, не хотя бы не в блокноте, да. Есть ли у вас такая отчетность, понимаете ли вы свою, там, прибыль, рентабельность и так далее. Вот, допустим, мы принимаем, мы за 5 лет все-таки научились пользоваться Excel, и, значит, можно двигаться дальше. Верите ли вы в гороскопы? Ну, это очень важный вопрос, на самом деле, потому что, если вы не верите в гороскопы, ну, можно поставить минус. Вот я, например, не верю в гороскопы, но это мне ничего не даст. То есть, если честно, для успеха франшизы важно верить в гороскопы, поэтому, ну, давайте представим, что плюсик поставили. Допустим, я стал верить в гороскопы. Вчера был понедельник, ну, действительно, сегодня вторник, вчера был понедельник, поставили плюсик, вот, получили еще 3 балла. И последний вопрос, завершающий, вас зовут Семен. Ну, я не Семен, я уже представился, меня зовут Роман. Вот, поэтому, как бы, здесь минус, и не получаю я максимальный балл. У меня 24 из 33. Ну, в принципе, неплохо, то есть можно запускать франшизу, у меня достаточно высокая вероятность успеха. Вы знаете, если честно, сейчас уже как бы я вышел из режима иронии, да нету критериев никаких, вот просто никто не может поверить, и все думают, что нужно какие-то как-то оцифровать свои шансы на успех, то есть как-то, ну скажите мне, докажите мне, что мне надо, или люди сомневаются очень долго, и пожалуйста. Вот, дело в том, что более смелые действуют, менее смелые, они продолжают ждать какого-то удобного момента, продолжают к чему-то готовиться, продолжают, и в итоге ничего никогда не делают. Вот, франшиза – это очень важный шаг. Тут я сейчас без иронии, серьезно, то есть это важный шаг для компании, ваша жизнь изменится, вам придется много работать, но это стоит того. Да. И я вам сегодня покажу, какие есть как бы кейсы для этого. Я уверен, сейчас спрос на украинские франшизы, он вырастет колоссальным образом. Наши бизнесы, наши бизнес-модели, они крутые. Да, сейчас вот как бы есть ребята, они напишут, что, ну, конечно, мы же там налоги не платим, да, мы же там ФОПы, у нас там все сотрудники. Я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что мы умеем адаптироваться, умеем быть смелыми, умеем не только забирать, брать, но и давать, да. И это очень круто. Я сейчас покажу несколько кейсов компании. Новая почта – это компания, которая создана университетскими друзьями. Стартовый бюджет $7000. Крупнейшая сеть франчайзинговая вообще Украины. И вообще самая большая сеть Украины. У них больше 22 тысяч точек. А отделений у них 9 тысяч. Из них 70%, пардон, это франчайзинговые отделения. То есть там больше 8 тысяч. Причем партнеров у них, кстати, не 8 тысяч, а 700 или 800. Ну, то есть у каждого примерно 10 отделений. Кстати, их отделения в Киевской области или в Буче, или в Ирпене, я точно не знаю. Но это вот отделение, которое находится там. Они все это время помогают очень сильно, потому что логистика стала ключевым процессом во многих других процессах. Поэтому она очень важна. И они этим занимаются, они помогают с первого дня. Мне они, кстати, тоже очень помогли. Доставляли там вещи, документы, которые мне были очень необходимы, они это сделали. Leaf Croissants – это ребята, которые недавно прославились тем, что у них обедала Анджелина Джоли. Ребята, которые запустились в 2015 году, за 5 лет обогнали Макдональдс. В феврале у них было 140 ресторанов против 100 у Мака. То есть можно бороться даже с помощью франшизы, даже с мировыми гигантами. Вот, сейчас они бесплатно кормят военных, ТРО, за что им большое спасибо. Двигаемся дальше. Мафия тоже наши любимые клиенты. Мы с ними стартовали в 2009 году, сделали первую версию франшизы. Они тогда были действительно очень на большом хайпе, изобрели этот формат, объединили японскую, самые две популярные кухни, японскую и итальянскую, и сделали все это с доступной ценой. Вот. В прошлом году мы, кстати, запустили вторую версию франшизы, но не получилось особо ее там развить из-за понятно чего. Во время войны они переориентировались, много там помогают, волонтерят. И это их не испугало, да, они работают под обстрелами. В них изначально был заложен очень сильный стержень, и это очень круто. Поэтому я действительно считаю, что украинские франшизы, они очень смелые. Первый вопрос, который мы должны себе задать, когда запускать франшизу. Мы поговорим о жизненном цикле компании, да, то есть когда правильно, на каком этапе жизненного цикла запускать франшизу. У любого бизнеса, как и у, не знаю, там, живого организма, есть свое начало и свой конец. Начало у компании начинается с зарождения идеи, потом мы ищем все, что нам нужно для ее реализации. Людей, ресурсы, деньги, места, продукт, клиентов.
Мы в поиске, мы ищем, как сделать так, чтобы наша идея заработала. Дальше, когда она начинает работать, мы как бы начинаем продавать продукт или услугу. Выходим на точку безубыточности, и это первый шаг такой, когда нам нужно хотя бы научиться не жить в минус. Потом мы должны научиться жить в плюс. То есть нам нужно получать первую прибыль, нам нужно зарабатывать, чтобы там дальше реинвестировать эти деньги во что-то. Потом мы понимаем, что у нас бизнес немножко хаотичен, несистемен, и нам нужно будет заняться систематизацией бизнеса. Потом наступает эра стабильности, да, у любой компании все хорошо, все классно, ничего не меняется, ничего не происходит, конкуренты не сильно давят. И, как правило, после этого компания идет на спад. Скажите мне, пожалуйста, напишите, может, в чате, на ком из этих этапов, отмеченных вопросительными знаками, правильно запускать франшизу. То есть после того, как вы вышли на точку безубыточности, да, или после первой прибыли, или после того, как бизнес у вас полностью систематизирован, или после того, как вы достигли стабильности. Сразу показываю ответ правильный. Вот здесь, да, надо запускать франшизу, то есть после того, как вы вышли на первую прибыль. То есть сначала должен быть рост, а потом порядок. Это, друзья, на самом деле не просто так заявление, это правда жизни. То есть у вас нет денег на то, чтобы систематизироваться, потому что вы их еще не можете заработать на одной точке. Да? То есть, когда вы создали свой бизнес, довели его до прибыли, научились немножко зарабатывать, у вас уже должна появиться мотивация делать это, умножить свой результат. Я вам сейчас тоже покажу пример, который часто показывают наши любимые клиенты, Lviv Croissants. Вот, это их динамика открытия за там, последние годы. Да? Как я говорил, у них 140 уже даже заведений было. И как вы думаете, когда они запустили франшизу? Да? Вы каждый сам себе ответьте, да? То есть, вот где здесь на этом графике, то есть в каком году, да, в 2015, когда они появились, в 16, 17, 18, вот в 19 был большой рост, или совсем недавно. Но правильный ответ на самом деле вот здесь, то есть они запустили франшизу в самом начале своего развития. Вот мне часто говорят наши потенциальные клиенты, вот мы же должны быть известными брендом, чтобы запустить франшизу. Я им говорю, а Львивские круассаны были известным брендом, когда они запустили франшизу? И почему-то у всех срабатывает этот эффект Манделы. Знаете, что это такое? Это когда у всех есть какое-то коллективное, неверное о чем-то воспоминание. Да? Если интересно, почитайте об этом эффекте, эффект Манделы. Есть даже фильм, такой слабенький, но в целом довольно прикольно показывающий, как это бывает. Почему-то все думают, что большинство компаний, которые известны сейчас, они уже были известны на момент старта франшизы. На самом деле нет. Никто не знал о львивских круассанах в 2015 году. Ну, кроме там посетителей во Львове, потому что у них было два ресторана, и третий они открыли по франшизе в Сумах. Вообще за сколько там, тысячи километров от Львова, где их точно мало кто знал. И, кстати, этот ресторан, я не знаю, если честно, что с ним сейчас. Вы знаете, Сумы пострадали немножко, но я надеюсь, с ним все хорошо. Но он работал, да, он работал все это время. Он был и оставался одним из самых успешных, кстати. Первая франчайзинговая точка. То есть они сразу нашли партнера, который остался с ними, ну, на долгие-долгие годы. А те из вас, кто думали, что это где-то ближе вот к середине, когда особенно был скачок, это просто так срабатывает эффект франшизы. Вот есть эффект Манделы, есть эффект франшизы. Он срабатывает где-то на 3-4 год вашей работы. То есть, еще раз, я тут не говорю про то, что вам франчайзинг даст какой-то супер рост в там, краткосрочном моменте. Нет, конечно, то есть вам нужно будет работать. Но результат стоит того. Представьте, что ребята бы остались на своих там одной-двух точках. То есть кем бы они были, зашла бы к ним Анджелина Джоли. Ну, конечно, никогда бы. А что дает франшиза? Во-первых, это экономия на экспансии. Тут все понятно, вы развиваете свою сеть за чужой счет. То есть в вашу компанию инвестируют другие люди. И, кстати, часто в комментариях в Фейсбуке там, под нашей рекламой пишут люди, ну, франшиза – это вообще отстой, франшиза – это жесть, надо запретить франшизы, потому что зарабатывают на франшизах только продавцы. Ну, то есть, понятное дело, что эти люди очень далеки от бизнеса, зарабатывают во франшизах всегда обе стороны, получают результат, получают выгоду от этого. То есть, кто зарабатывает на сдаче квартиры? На сдаче квартиры в аренду зарабатывает собственник квартиры. Что получает тот, кто арендует квартиру, да, арендатор? Он получает крышу над головой, где на него не капает дождь, он там может, значит, приводить девушек, он может там есть, спать, купаться вместе с уточками.
Вот, и так далее. Это что, можно сказать, что он как бы проиграл? Нет, конечно. Франшиза – это бизнес в аренду. То есть покупатель франшизы получает возможность быстро начать зарабатывать деньги, которые ему нормально и комфортно. То есть он получает прибыль, но, понятное дело, он никогда не будет собственником этой компании. Вот. Каждому свое. На самом деле это новое осознание, которое многим приходит в голову и которое не все готовы. Пытаясь начать свой бизнес, не нужно, пожалуйста, особенно сейчас, когда риск слишком велик, создавать что-то самому. Если вам окей работать под брендом чьим-то, да, не своим. Это же просто бизнес. То есть если вы его видите, конечно, как смысл своей жизни, может быть, попробуйте создавать сами. Но если вы хотите бизнес, чтобы получать удовольствие и деньги в первую очередь, то не надо ничего создавать. Идите и покупайте франшизу. В Америке делают так каждый второй предприниматель, который запускает бизнес. Он не создает свое, он покупает франшизу. Я уверен, в Украине и в других странах будет именно так. Особенно в Украине, особенно в послевоенное время, даже сейчас франчайзинг останется чуть ли не единственным стабильным, нормальным способом начать бизнес. Менее рискованным, сильно менее рискованным, чем любой другой способ начать свой бизнес. Для покупателей франшизы, да? Для продавцов франшизы, то есть для франчайзеров, конечно же, это самый экономный способ экспансии. Дальше. На вас работают не наемные сотрудники, а предприниматели. Я тоже часто об этом говорю. И это очень недооцененный на самом деле фактор, потому что некоторым собственникам бизнеса надоедает работать с наемными сотрудниками. Они, не знаю, ищут общение в бизнес-клубах, им просто неинтересно общаться с наемными сотрудниками, не их уровень. Франшиза дает вам возможность общаться с предпринимателями, то есть с такими же людьми, как вы практически, да? Франшиза дает рост продаж, сокращение издержек, соответственно, рост прибыли. Друзья, после того, как уже прошел вебинар, я вспомнил, что не показал вам одну табличку, которая показывает, почему, собственно, у вас увеличивается прибыль с помощью франшизы, уменьшаются расходы и так далее. Это простой пример, да, на котором будет все это видно. Значит, сравнивать будем собственную точку и франчайзинговую точку по нескольким критериям. Начнем с оборота. Да? Ну, оборот представим, что у нас одинаковый, 100 тысяч там и там. Рентабельность собственной точки представим, что у нас 20%. То есть 20% – это наша чистая прибыль. В франчайзинговой точке вы, конечно, не можете рассчитывать на всю прибыль чистую, поэтому вы получаете роялти. Да? Это некий процент. Представим, что это там, 5% от оборота. Да? То есть здесь вы, соответственно, можете зарабатывать на своей точке в 4 раза больше, 20% и 5%. На этом примере пока что видно, что франчайзинговая точка – это менее выгодный бизнес. Но вот так вот именно сравнивать нельзя. То есть нельзя сравнивать одну точку собственную, одну франчайзинговую, потому что это не работает. Франчайзинг проявляет себя на так называемом эффекте масштаба. То есть когда у вас точек больше, чем одна, и там выгодность и привлекательность франшизы, она проявляется все больше и больше. Смотрим дальше. Ну, это, собственно, чистая прибыль наша, да, это 20% от 100 тысяч, это 20 тысяч, 5% от 100 тысяч, это 5 тысяч. То есть это, вот, собственно, еще раз показывает, что лоб в лоб одну точку сравнивать нельзя. Идем дальше. Смотрим на инвестиции. Инвестиции у нас одинаковые, естественно, то есть что открыть, собственно, что франчайз стоит 500 тысяч. А теперь вот важный момент. Сколько открытий вы можете позволить себе в год, если это ваши собственные точки. То есть вы используете собственные ресурсы, вы реинвестируете деньги из бизнеса, свою прибыль, или вы берете кредиты, а кредиты стоят денег гораздо больше, чем разница между вот этими двумя показателями, да, больше 15%. Соответственно, ваша скорость открытий в случае с собственным ростом, она, конечно же, ограничена ресурсы. И обычно франчайзинг дает x5 скорости роста. То есть у нас здесь будет уже не 5 открытий за год, а вы можете вполне рассчитывать за год открыть 25 франчайзинговых точек. Можете и свои продолжать открывать. Но теперь посмотрим на картину уже в масштабе. То есть когда у нас есть 5 собственных точек и 25 франчайзинговых, то прибыль уже будет составлять на 5 собственных точек 100 тысяч, а на 25 франчайзинговых 125 тысяч. Это условный, конечно же, пример. Иногда разрыв этот еще больше, значительно больше, в 2-3 раза. Вот. Мы это видим по финансовым моделям наших клиентов. Что еще дает франчайзинг, помимо, собственно, выгоды, помимо экономии на расходах и помимо увеличения прибыли? Подведем итоги. Это скорость роста, да, мы уже выяснили.
Это оптимизация расходов, потому что вы не тратите на налоги, вы не тратите на лишний персонал, вы не управляете этим всем, потому что обслуживание большой сети собственной требует больших-больших ресурсов. В случае с работой по франшизе вы это делегируете, эти расходы своим партнерам. Естественно, вы оптимизируете таким образом и налоговую свою базу, это очень важно. Вы оптимизируете штат, вам не нужно управлять большим количеством людей, отвечать за них и так далее, и так далее. Это все ложится на плечи ваших партнеров, каждый из них управляет своей небольшой командой. И представьте, что в какие-то там кризисные ситуации это может сыграть решающую роль, когда вам нужно поддержать, не знаю, 200 человек или когда вам нужно поддержать 20 человек. Это совершенно разные истории. Это децентрализация бизнеса, то есть франчайзинг дает вашему бизнесу децентрализацию, и это более гибкая, более удобная модель для управления. Конечно, франшиза дает рост капитализации вашему бизнесу, то есть если вы захотите его в итоге кому-то продать, то с франшизой вы сможете быстрее эту капитализацию нарастить и дороже продать свою компанию. Вот, конечно, ваша операционка тоже уменьшается, вам нужно меньше заниматься, но представьте управлять, там, не знаю, 140 ресторанами Lviv Croissants. Ну, конечно, вы с ума сошли бы. А так у них есть там собственных несколько заведений, остальные франчайзинговые, нужно их, конечно, дело контролировать, но это все гораздо-гораздо проще. То есть эффект масштаба начинает работать. Вот и все. И франшиза – это сейчас инструмент релокации бизнеса в другую страну. С помощью франшизы вы можете выйти в Европу, в США. У нас на самом деле сейчас очень много клиентов, которые хотят в Европу. Кто-то пока просто хочет, а с кем-то мы уже делаем проекты. У нас есть проект в Польше, у нас есть проект в Испании, у нас есть проект в Чехии, у нас есть, ну, с нашими ребятами, я имею в виду, которые хотят что-то делать. И плюс у нас огромное сейчас количество наших клиентов, уже существующие франшизы, тот же Smartest, Планета Кино, Дима Борисов, Форелис. Скоро, кстати, выйдет очень классная ролик на канале, посмотрите, с Сашей Задереем, как он выбирался из Херсона, как он добрался до Европы и как он там сейчас строит бизнес. Очень крутой ролик, скоро появится на нашем канале. Вот. И это все благодаря франшизе. Почему? Почему? Потому что вы можете, конечно, пытаться строить, например, в Европе, да, бизнес самостоятельно, снова начиная все с нуля, но вы можете сразу найти там партнера, который видит, что вы там развивались в своей стране, поверит вам, и вы с ним вместе сразу сделаете, то есть на его инвестиции. Так очень многие сейчас будут делать, я уверен. На это есть спрос как со стороны покупателей, так и со стороны, ну, как бы, компаний, которые хотят развиваться в Европе. Поэтому обратите внимание, если вы давно думали над тем, чтобы выходить в другую страну, вот так вот проще всего это можно будет сделать с помощью модели франшизы. Теперь давайте посмотрим, как создать франшизу. Здесь будет немножко больше материала. Поэтому, ну, я надеюсь, что вы не будете делать вот так, да. Это как бы как часто думают, что вот запуск франшизы – это что-то подобное. А на самом деле все проще, да. То есть запуск франшизы – это не жонглирование тремя там кругами или четырьмя, сколько их там было, да, балансируя на доске. Вот, это все гораздо проще. Что нужно? Значит, первое, друзья, потом в конце можете заскринить. Первое, нужно выбрать или создать формат франшизы. Второе, нужно выбрать схему монетизации франшизы, создать точки привязки, потом расскажу, что это такое, выбрать модель, это не то же самое, что формат, это активная или пассивная франшиза, тоже об этом поговорим, и создать все необходимые документы и инструменты. Начнем с формата. Значит, какие бывают форматы? Вот, представим себе такую дорожку, да, на ней мы будем выкладывать наши форматы. Итак, формат первый – это точная копия, да, то есть ваш бизнес копируется, вот, под копирочку, да, что называется. Берете и открываете, помогаете вашему партнеру открыть точно такой же. Это самая незащищенная, самая неустойчивая модель. Формат, точнее, франшизы. Это не самый неустойчивый формат, когда вы помогаете, по сути, другому человеку построить такой же бизнес, как у вас. То есть, если вы так делаете, слишком высокий шанс, что этот человек потом скажет вам большое, значит, спасибо, и, значит, вывеску поменяю или вообще не меняю, и до свидания, никаких роялти тебе платить не буду. Чтобы так не получалось, конечно, лучше, чтобы он от вас зависел. Но об этом мы поговорим немножко позже, то есть просто зафиксировали. Есть формат следующий, это почти копия, да, то есть это вот почти такой же велосипед, просто там без педали, да, и без лампы. Вот, что такое почти копия? Это вот, например, Lviv Croissants, да, вот вам может казаться, что открываются такие же точки, как у собственника бизнеса, но на самом деле нет. Открываются точки, где не производятся круассаны. Круассаны производятся централизованно и доставляются на
в рестораны франшизи, то есть без производства центрального, которое, естественно, принадлежит продавцу франшизы, собственнику франшизы, ничего не работает. Это копия с ограничениями. И вот это уже, с этим уже можно работать, это может стать предметом для устойчивой франшизы. То есть когда вы долгосрочно можете строить отношения, вы будете нужны вашему партнеру, и он будет нужен вам. Следующий вид формата, да, это часть процесса. Яркий пример – это новая почта или розетка. То есть по франшизе розетки, например, продается только точка выдачи заказов. То есть франчайзи не отвечает за интернет-магазин, за доставку, за рекламу товаров. Он ничего не делает, кроме того, что радостно выдает клиентам заказанные посылки, товары и так далее. Вот. И это идеальная модель франшизы. То есть, когда вы отдаете часть процесса. То есть, я не говорю, что предыдущая плохая, я просто говорю, что в некоторых бизнесах, если так возможно, отдать только часть процесса, это будет идеальным примером устойчивой, самой устойчивой модели. То есть, франчайзи, если захочет, франчайзи розетки, например, или новой почты захочет, там, например, перейти под другой бренд или делать бизнес самостоятельно, у него просто ничего не получится, потому что он не может воссоздать остальные процессы. И так и надо. То есть, еще раз, в бизнесах, где это возможно, так и надо. То есть, когда мы работаем, например, с нашими клиентами, мы берем весь бизнес-процесс их, разбираем по запчастям и дальше смотрим, что из этого правильно оставить в центральном офисе, а что правильно отдать франчайзи. Так, следующий тип формата – это розница производителя, это, например, МХП и многие другие наши клиенты за последние особенно годы, которые производят какую-то продукцию долго-долго, много лет, и в какой-то момент понимают, что, блин, сети отжимают деньги, сети – не лояльная розница, дистрибьюторы – это не очень ок, потому что они сегодня с нами, завтра не с нами, тоже выкручивают руки, надо строить собственную лояльную розницу. Так и появляется формат. То есть, если вы производитель чего-то, напишите, кстати, если вы производитель чего-то, у меня для вас есть классная новость, что ваш путь только вот в эту модель. То есть, вы не сможете долгосрочно выжить в течение, не знаю, там, 5 лет, об этом говорят все там зарубежные экономисты, что сейчас сокращаются цепочки поставок. То есть, если вчера был там производитель, импортер, дистрибьютор, дилер там какой-нибудь, магазин, еще там что-то, склад, магазин, вот, то сейчас эта цепочка схлопывается, да, буквально производитель-клиент. Ну и что-то другое. На самом деле мы всегда творчески относимся к форматам. Если можно придумать что-то уникальное, мы стараемся придумывать. Я не знаю, что это может быть каждый раз что-то новое. Да? То есть каждый раз это может быть что-то уникальное. Так, понятно, да, с этим форматы, формат выбрали. Это первый был этап. Двигаемся дальше. На чем будем зарабатывать? Да? Часто спрашивают нас. Когда мы спрашиваем, ну, какая у вас цель, да, у наших потенциальных клиентов, они говорят, ну, конечно же, деньги заработать. Вот, мы говорим, классная цель. Как бы мы с ней в основном и работаем. Нечего стесняться, нечего скромничать. Давайте зарабатывать на всем этом деньги. Поэтому как, на чем будем зарабатывать? Тут несколько примеров. Есть несколько стратегий, ну, я так их условно назвал, да, стратегия молока, да. Есть у нас клиент, любимый наш, молоко от фермера. Это украинский, если кто не из Украины, это известный проект по там, магазины по продаже продукции фермерской, там молоко, колбаса, круассан, опять же, те же запеканка, творог. То есть очень много всего такого вкусненького, можно покушать и на месте, у них такой гибридный формат и магазины, точка питания, скажем так, и забрать с собой. И мы франшизу запустили в 2015, если не ошибаюсь, или 2016, и на старте она стоила 50 тысяч долларов. Это достаточно нетипично высокий чек за вход в сеть. Сейчас до войны она стоила 100 тысяч долларов. И вот мы с Тарасом Морозовым, кстати, записывали интервью для моего одного проекта, о котором сегодня расскажу. И он там рассказывал, как заработать на франшизе, на каждой проданной франшизе 100 тысяч долларов. У него сейчас 70 точек, где-то половина из них открыты по франшизе. Вот можете и посчитать, сколько на примерно 35-40 франшизах они заработали. Только на вступительном взносе. Это не говоря уже о следующей истории, там роялти и так далее, и так далее. То есть поэтому там, условно назовем это стратегия молока или молочника, не знаю. Высокий паушальный взнос. У нас есть несколько таких клиентов с высоким паушальным взносом. Мафия в свое время продавала франшизу за 100 тысяч. Смарт-Эс стоит там 40 плюс тысяч за франшизу. Creative States, это коворкинг, тоже 100 тысяч. То есть можно зарабатывать и на продаже франшизы. Это не грех, но не везде это работает и не везде это правильно. Посмотрим, что может быть еще. Стратегия большой птицы. Ну, знаете, сейчас может быть, что называется, не к месту упоминать российские компании, но я все-таки считаю, что Додо Пицца, а речь сейчас о них,
построил достаточно крутую франшизу. Какая у них стратегия? Я считаю, что она, кстати, очень правильная. Я уверен, что эту стратегию придерживаются многие другие бренды, просто они об этом не рассказывают прямо, но мы можем догадываться. Что это за стратегия? Это минимальный паушальный взнос, минимальный, ну, насколько минимальный. У них, насколько я помню, был $5000. Это минимальный паушальный взнос и дальше заработок на роялти. То есть они не ограничивают свой рост, свое развитие, свою экспансию тем, что они устанавливают высокий паушальный взнос. Они хотят как можно больше точек, как можно быстрее, потому что они потом гораздо больше заработают на роялти. У них они на чем больше не зарабатывают, они зарабатывают только на роялти. 5% все от оборота. Чем больше точек, тем больше их прибыль. Поэтому это их стратегия. В целом достаточно честная, достаточно правильная. И может быть, если у вас достаточно массовый бизнес, рынок, то есть франшиз может быть много, то потенциально вы можете выбрать эту стратегию. Стратегию мы называем большой птицей. Почему большой птицей? Потому что Додо это птица была такая большая, маврикийская, да, на Маврике это остров такой, она вымерла уже. Да? То есть это большая мертвая птица. Она была большой и из-за этого умерла. Потому что ее догоняли, били дубинкой по голове, она умирала, аборигены ее ели и так ее всю съели. Вот, но Додо Пицца в итоге вот как бы придерживается такой стратегии. Я уверен, такой же стратегии придерживается Макдональдс, Subway и так далее. Например, у Макдональдса стоимость франшизы на американском рынке я давно не смотрел, но когда смотрел, было 40 с чем-то тысяч долларов. 45 или 50, не помню. Всего лишь. При инвестициях в миллион. Ну, то есть 50 тысяч долларов за возможность обладать маком, мне кажется, вполне неплохо. Стратегия круассана, да, наши уже любимые ребята, вы понимаете, о ком идет речь, взяли лучшее, да, у предыдущей стратегии и добавили еще заработок на поставках. То есть, если Додо Пицца не зарабатывают на поставках продукции, они просто дают лучшие цены сразу в своем франчайзи, а круассаны, и это неплохо, это наоборот хорошо, зарабатывают еще и на поставках своей продукции. Как минимум на этих круассанах, которые приезжают на локацию. И стратегия розетки, это стратегия, понятное дело, кого. Они не зарабатывают напрямую от деятельности франчайзи, у них нет роялти, у них нет какой-то выгоды заложенной непосредственно в деятельности франчайзи. То есть франчайзи, напомню, там выдает посылки. То есть что такое розетка, если вы не из Украины, если вы вдруг пропустили, это украинский Amazon. То есть это большая интернет-компания, и их точки, у них есть по франшизе точки выдачи. Мы запустили эту франшизу в 2020 году. Точка выдачи просто выдает заказы, и франчайзи получает там 20 гривен, примерно, да? 20 гривен от каждой посылки. То есть розетка платит им за это. Соответственно, непосредственно на точке никакой продажи больше не происходит, никакого оборота больше, чем вот эти 20 гривен у франчайзи нет. Ну, не 20, точнее, 20 умноженное на количество выданных посылок. Соответственно, розетка непосредственно на франчайзи не зарабатывает. Но зачем вам франшиза, да, спросите вы? А это, кстати, очень хороший вопрос, который мы сами задавали себе, и Владислав Чечеткин, собственник сети, задавал нам. Зачем мне вообще франшиза? Что я буду с ней делать? То есть как бы хочется, вроде прикольно, вроде интересно, но что мне с ней делать, как мне запустить ее? Как? И вот, собственно, разработка формата франшизы и монетизация франшизы занимает иногда довольно много времени. Вот. И когда мы начали работать с ними, мы этот формат нашли. То есть франшиза, и это можно увидеть иногда только после открытия первых трех тестовых франчайзинговых точек. То есть еще раз, давайте, чтобы вы запомнили эту мысль. Преимущество франшизы конкретно для вас вы можете понять только когда откроете первые 2-3 тестовые точки. То есть вы не сможете иногда до конца ощутить, никакие расчеты вас не смогут убедить, никакой Excel, даже самый там продуманный, самый крутой бизнес-план не сможет вас убедить в том, что вам франшиза нужна. И розетка тоже, если честно, сомневалась. Я думаю, что это небольшой секрет об этом говорить. Розетка, запуская модель франшизы, они говорили: Ром, я не знаю, ну, как бы собственники сети говорили: Ром, я не знаю, как бы, будет франшиза работать, не будет, откроем, не получится, закроем. Все получилось, потому что что произошло? Открывается первая точка, да, по франшизе, сразу онлайн-продажи увеличиваются. То есть интернет-магазин «Розетка» получает больше денег не от действия точки, а опосредованно от того, что появляется узнаваемость для бренда, доступность его, и люди начинают больше в этом районе заказывать. Открывается рядом вторая точка, думаете, каннибализация трафика и так далее. Нет, расти начинают обе. И вот этот такой эффект, ну, он, наверное, специфичен для интернет-компании, но в целом может быть и в другом, в вашем бизнесе. То есть франшиза позволит вам в целом стать заметнее, стать известнее, стать популярным, наконец-то, да? Двигаемся дальше.
как привязать франшизи. Это задача при запуске франшизы – это создать устойчивую систему, где франшизи будут приходить и не уходить желательно, очень долго. Что может привязать франшизи? Сам формат, да, мы об этом уже говорили. Сам формат может стать, ну, таким, что он, ну, как бы будет держать ваших франшизи в такой хорошей, как я говорю часто, версии рабства, да. То есть им будет приятно, комфортно, они будут сами хотеть этого, но они не смогут уйти от вас так просто. Поэтому сам формат правильно выстроенный, правильно выбранный или созданный специально для вашего проекта. Это маркетинг. То есть маркетинг достаточно сложная штука для многих, поэтому если вы умеете делать маркетинг или вы можете научиться этому, нанять людей, маркетологов, таргетологов в центральный офис, то вы будете давать услуги по привлечению клиентов в вашем франшизи и таким образом их удерживает. Это очень классно держит. IT тоже. Не все это обязательно, не все это могут, но если вы, у вас есть IT-продукт какой-то, его тоже можно сделать точкой привязки, точкой удержания франшизи. Поставки продукции тоже это работает, мы об этом говорили на примере круассанов. Вот. Ну и на самом деле таких точек привязок может быть очень много, их может быть десятки, иногда в некоторых наших там проектах их может быть реально десятки. То есть и все это держит ваших франшизи. Но держит не в смысле, там, кандалы у него висят на ногах, да, болтаются, а это он сам хочет этого, он сам получает удовольствие. Еще раз, франшиза – это как съемная квартира. Вам не нужно покупать квартиру, вам не нужно думать о том, как там, какую мебель купить, там все уже есть. Вам не нужно думать о том, как провести газ, все уже проведено. Вам не нужно думать, как провести интернет. Ну, вы поняли. Короче, франшиза – это готовый уже бизнес для покупателя. И чем больше вы даете своим франшизи, тем лучше. Ну и бренд тоже может, конечно же, удерживать, если он у вас есть, если он известный, супер круто. Так, выбираем модель. То есть, еще раз, вот чтобы здесь не путаться, модель – это не формат. То есть формат – это вот то, что мы говорили немножко раньше, копия, точная копия, часть процесса с ограничениями, а это модели. Ну, здесь все просто. Их две – активная и пассивная. Активная франшиза – это классика. Да? То есть то, что было всегда, то, что те франшизы, которые существуют, там, 99% рынка, это активные модели. Что такое активная? Почему она так называется? Потому что люди покупают франшизу и активно работают там на локации. Часто даже это самозанятость. Купил франшизу и там уже работаешь. Варишь кофе, продаешь колбасу и так далее. Вот, это активная франшиза. Пассивная – это инвестиционная история. То есть, когда люди привлекают благодаря франшизе. Это не совсем франшиза, но окей, пусть будет, мы назвали это пассивная франшиза, Forbes поддержал, начал развивать этот термин, потом в итоге у нас был у всех на рынке кейс Optiki First, сейчас об этом тоже поговорим. Это разные просто аудитории, то есть вы для себя должны понимать следующее. В активной франшизе работаете с людьми, которые, ну, продаете франшизу людям, которые хотят работать, и за вас делают всю операционку. А пассивные франшизы вы привлекаете инвесторов, которые работать не хотят, а хотят только получать дивиденды. И вы полностью развиваете, отвечаете за работу этой точки. По сути, вы делаете то же самое, что вы делаете со своими точками, просто деньги не ваши. Вы тратите не свои деньги, вы привлекаете инвестиции. Можно запустить сразу две модели франшизы. Такое есть на рынке. У нас есть любимые наши клиенты IQ Food Group. У них есть франшиза IQ Pizza. Перша пекарня, у них есть одновременно работают и модель активной франшизы, и модель пассивной франшизы. Стартовать, наверное, лучше с активной, но в целом можно даже и с пассивной. Почему франшизы умирают, да? Это, наверное, основная история, которая пугает тех, кто думает о запуске франшизы своей. Причины, по которым франшизы умирают. Итак, их на самом деле можно выписывать много, кейсы есть разные. Я их свел до трех. Просто перегорело, да? Просто перегорело. Бывает так, франшизеры перегорают, им просто надоедает. Кстати, я знаю такие случаи, но сейчас, наверное, без имен. Итак, когда франшизы умирают? Когда собственник хочет сделать все сам. Если честно, франшизы даже не появляются из-за этого. Что я имею в виду? Мы часто сталкиваемся со следующей историей. К нам приходит клиент, мы начинаем проект и говорим: найди сразу менеджера по франчайзингу. Сразу. Сейчас вот, сейчас пойди и найди объявление, вот тебе инструкция, как найти менеджера по франчайзингу, вот такие квалификационные требования. Он говорит: слушайте, не хочу я сейчас никого искать, я, наверное, все сделаю сам, я хочу понять, как это работает, я хочу посмотреть, как это все, пообщаться с первым франчайзи, продать первые там пару франшиз, может, десяток, а потом уже передам все это, весь свой опыт менеджеру по франчайзингу. Я говорю: не будет даже первой проданной франшизы, потому что ты задолбаешься. То есть продажа франшизы – это такая история.
Ну, это такой монотонный, может быть, процесс. Надо просто нанять для этого человека, который это с удовольствием будет делать. Менеджер по франчайзингу, он будет сидеть целыми днями, звонить по заявкам, общаться. Понимаете, продажа франшизы, это может быть занять там много-много сотен часов времени, или там, ну, короче, в днях, там, в месяцах. Это может быть достаточно длительный период. И собственник, он быстро выгорит, как на предыдущей картинке. Он скажет, да елки-палки, это слишком сложно, франчайзинг это просто невыносимо, я не могу. Какие-то идиоты приходят, оставляют заявки, они непонятные. Я не могу отдать ему свой бизнес. Ну, все же думают, что франшиза, ты отдаешь свой бизнес. Я не позволю ему ничего сделать. А просто вы неправильно, извините, их готовите. Поэтому, пожалуйста, если вы собственник компании, даже не думайте о том, что вы будете делать все сами. Вам нужен хотя бы один человечек, который будет этим заниматься. Мы розетку стартовали с одним человеком в их команде. С одним. Розетка. 600 заявок первые две недели. 600. Что делать? Кошмар. Катастрофа. Как выбрать из них трех? Мы выбрали. Мы помогли нашим клиентам, но с их стороны был один человек. То есть это возможно. И собственник не занимался всем, конечно. Щетки не занимался этим. Следующая причина, такая группа, да, причин, это когда собственник попадает в ловушку роста и решает всех обмануть. Ловушка роста, это когда ты видишь, как все легко. То есть у тебя франшиза летит, она становится популярной. Это произошло с Optica First. То есть Вадим Шичко, владелец компании, собственник, кто все это придумал, он в какой-то момент, наверное, мне так кажется, я общался с людьми, почувствовал, что все настолько хорошо, или наоборот, не очень хорошо, но пиар есть, Forbes пишет, ролики снимаются, даже мы сняли интервью, кстати, классное интервью, но, блин, он в какой-то момент, ну, я не хочу никого оскорблять, но он в какой-то момент решил всех обмануть. Или, может быть, он думает, что так получилось. Но в конце, в конечном итоге, факт налицо. Сеть развалилась как раз. И третья группа причин – это тоже ловушка роста, но собственник решает не идти по пути мошенничества, обмана, криминала, подтасовывания цифр и фактов, как это делали ребята в Optica First, а идти остановить все. Это путь, например, Freshline. Моего друга Вадим Бортник, он офигенный парень. Офигенный предприниматель, офигенный спикер, очень веселый. У нас с ним куча роликов на канале, если любой посмотрите, будете ржать просто до утра. Вот. И он создал большую сеть, у них в пике было под 60 ресторанов, сеть сэндвичных. По сути, копия украинский Subway, да, называется Freshline, назывался. В декабре продал последние рестораны. Они быстро росли, очень динамично, мы им помогали с этим, запустили франшизу, очень все круто было. И он в какой-то момент, когда у них было примерно 25 ресторанов, он собрал всю управляющую компанию и сказал, ну почти всю, да, там всю команду, которая отвечала за запуск точек, продажу франшиз, он сказал, ребята, все, кто сейчас в этой комнате, получат по айфону каждый, когда у нас будет 55 ресторанов. Все супер перевозбудились и все бежали за айфонами. Каждый за своим, но не сильно думая по пути о том, что рынок меняется, о конкурентах, которые появляются, те же львовские круассаны и другие, о том, что меняются вкусовые привычки, о том, что должна меняться, там, возможно, качество продукции, там, корректироваться цена, корректироваться бренд. Они что-то делали, конечно, немного делали, но главное, наверное, упустили, да и сам собственник выгорел, то есть ему перестал этот бизнес приносить удовольствие, это очень важно, когда собственник уходит, не всегда получается сохранить компанию. Особенно, если это происходит вот так вот, на волне спада интереса к этому бизнесу. Поэтому бизнес был распродан, сети больше нет. Так уж получилось, что мы были первые на рынке, и не было референсов, не было на что посмотреть. Да? То есть не было других консалтинговых компаний, которые занимаются созданием франшизы. То есть мы могли посмотреть только на себя и на своих ошибках, на своем успехе уже отполировать нашу модель. Мы ее назвали в итоге метод франча. Наша компания называется франч. Это наш метод, наша методология. То есть как мы запускаем франшизу. И самое главное, должны были убедиться, чтобы наш метод, он работал во всех сферах бизнеса, в любой компании. Розетка, киоск, ноунейм по продаже шаурмы. В любой стране. В прошлом году у нас были проекты в 11 странах. В этом будет явно больше стран, потому что сейчас большой спрос на это. В целом методика работает. Работает в любых сферах бизнеса и в любой стране. Но единственное, для того, чтобы это все работало, нам нужна большая команда. Она у нас есть, поэтому те наши клиенты, которые с нами работают по консалтингу, приходят к нам, сделайте нам франшизу, помогите нам захватить мир. Для этого всего нужно 10 человек, то есть и 3-4 месяца работы. И мне всегда хотелось помогать, ну, всем предпринимателям,
Я это делаю бесплатно через там, книгу свою, если вы не читали, кстати, почитайте, «Как создать франшизу и захватить мир». Мы запустили несколько проектов, то есть у нас была цель упростить процесс создания франшизы, автоматизировать ее и сделать так, чтобы он был доступен для предпринимателей. Я запустил 3 курса, в 15, 16, 19 году, вот 3 года назад был последний. Вот, он собрал там порядка 200 участников. Потом мы сделали платформу «Экспресс-франшизу». Она собрала суммарно за там, последние 2 года 3000 участников. Там кто-то дошел до конца, кто-то ничего не сделал. Но были проекты, были франшизы, которые появились благодаря вот, проекту «Экспресс-франшизы». Но это все равно это обучение, это классический. Это, по сути, это был ну, такие мастер-классы. Сиди, смотри, час мастер-класс. И времени не у всех хватало. И мы в этом году... Еще до войны мы начали думать над тем, как упростить этот процесс запуска франшиз для тех, кто не готов там, потратить на это много денег. У них нет там, денег для того, чтобы нанять нас, потому что у нас большая команда работает, там 10-15 человек над ним проектом. И мы сделали следующее. Мы запустили проект, сейчас, собственно, я расскажу о нем. Мы его назвали Franchise Creator, да, это чат-бот для создания франшизы. Мы же с вами где общаемся, да, то есть в Телеграме в основном сидим, да, там в каких-то других мессенджерах, то есть мы там в основном следим за новостями, общаемся с друзьями, с партнерами по бизнесу. И мы подумали, что правильно именно делать там все. То есть мы сделали так, что вам нужно всего 5 минут в день. Это формат такой микролёрнинг. Это очень популярное сейчас направление в образовательном бизнесе. То есть, когда тот, кто учится чему-то, варить борщ, худеть или запускать франшизы, у него времени мало. Я сейчас сам так учу, там, доучиваю, да, английский язык. Есть такое прекрасное приложение Drops. Кстати, оно бесплатно доступно для украинцев. Вот. И там тебе дают 5 минут. 5 минут, выучил слова, побежал радостно дальше. И нам очень это понравилось. Мы решили сделать проект, наш вот этот чат-бот тоже по этому принципу. 5 минут в день, 25 неделю минут всего суммарно. Можете сразу пройти, можете в более таком легком темпе. Мы это назвали таким легким запуском, да, то есть релакс, да, relax at launch, то есть когда вы запускаете или мы с вами запускаем франшизу в более спокойном стиле. Например, вы еще даже вообще не думаете, не знаете, будет у вас франшиза, не будет, или вы думаете, что она будет, хотите, ну, например, через годик или осенью, не знаю. Вы можете, конечно, дождаться этой осени и делать тогда, но это будут спешки и все равно займет какое-то время. Лучше это делать, даже если вы, ваш бизнес только открылся. Или вы думаете, что вам нужно еще чему-то подготовиться перед тем, как стартовать франшизу. И вот специально для вас, ну и для тех, кто, конечно, хочет запускать франшизу уже сейчас, мы сделали этот проект, этот чат-бот. Он очень крутой. То есть вы хотите это делать там, вечером, вы хотите это делать утром. Вы просто проходите занятия там, 5 минут в день. Такие короткие уроки, короткие, то есть не вот этот вот вебинар, блин, на уже там полтора часа. Нет, очень концентрированная информация, вы делаете определенные вещи, задания, и в финале у вас о счастье есть уже готовые инструменты для запуска франшизы. Вот, это все происходит в Телеграме, и мы собрали там весь наш актуальный опыт, потому что курс 2019 года и платформа «Экспресс-франшиза», она основана на нашем опыте до 2019 года. То есть 3 года уже прошло. С тех пор, как вы знаете, у нас было много офигенных проектов. С «Розеткой», со «Смарт-С», «Креатив Стейтс», «Планета Кино», с другими проектами в Ирландии, в Чехии, в Польше, в Казахстане, в Узбекистане, в Украине, естественно. Мы запустили за эти 3 года больше 600 франшиз. И это сильно нас поменяло. И там были франшизы с большим челленджем, с большим вызовом. Вот. Мы не всегда об этом рассказывали, но у нас на самом деле были очень большие трансформации внутри. Мы выросли, мы поменяли наши подходы, мы поменяли наши отношения на самом деле к тому, что мы делаем. Раньше мы делали просто документы. Ну, я признаю это сейчас. Там, договор, финансовая модель. Мы продолжаем это делать, но сейчас мы относимся к франшизе как к чему-то большему, чем просто ворох документов. Очень крутых, очень профессиональных, но, тем не менее, это документ. Франшиза – это не документ. Франшиза – это стратегия, например. Это правильный выбор формата, модели и так далее, и так далее. То есть это более важные стратегические вещи. На них нужно ответить. И вы это сможете сделать с помощью чат-бота. Понятное дело, что я бы не справился с этим сам. Да? То есть в этом чат-боте есть также мои уроки, но и есть также мини-уроки и мини-занятия в формате видео, не только текстовые, там есть опросы, много другого от наших коллег, от наших друзей и в том числе от наших клиентов. Вот, например, Максим Мележек из «Новой почты», Андрей Галицкий, «Львивский круассаны», Елена Павлова, это, собственно, моя мама, она основала «Франч», она юрист, и она дает свои советы, как выстроить правильно юридическую схему и так далее.
Это Тарас Мороз, кстати, молоко Витфермера. Это Алексей Попов, который работал в компании МХП, потом выкупил у них проект «Крыло», создал его, развивал. Это Дмитрий Узаков, мой друг из IQ Food Group, я уже рассказывал о нем. Это Вадим Бортник и это Юрий Гладкий из Grape, которым сделали новый стиль, новое позиционирование, кстати. И он рассказывает о маркетинге. Это лучший опыт на рынке. То есть это ребята, вот Максим Мележик 10 лет в Новой Почте. Он знает, как построить огромную франчайзинговую сеть. Андрей Галицкий – это сооснователь Львивские круассаны, который построил, ну вы уже знаете что, которые будут рассказывать вам, как создать правильно франшизу. Вот, с помощью формата микрообучения, микролёрнинг в Телеграме, 5 минут в день. Вот, это короткий такой план, я не думаю, что будем там все это читать, то есть я расскажу вкратце, что это такое, потом будет ссылочка на сайт, вы сможете почитать это более подробно. Будем исследовать рынок, мы будем заниматься стратегией и продуктом франшизы, мы будем заниматься финансами, конечно, рассчитывать монетизацию нашей франшизы, систематизировать немножечко наш бизнес, будем заниматься дизайном, маркетингом, упаковкой франшизы, продвижением, как это правильно делать, разрабатывать юридическую схему будем, чтобы защитить ваш бизнес и сделать так, чтобы вы выстраивали правильные юридические отношения со своими партнерами, будем учиться продавать франшизы, да, как это делается. У нас будет также такой блок, я назвал его «Жизнь после». Это что будет, что после. Вот запустить франшизу – это ж не все. Жизнь только начинается. Там много чего будет происходить. Самый базовый пакет стоит $500, но сегодня я решил сделать его за 338. Просто мне так хочется. Только сегодня, серьезно. Мы продаем это сейчас за 500. Если вы смотрите этот вебинар, можете перейти по этому QR-коду. Ссылочку я сейчас скину в чатик, оплатить. И мы стартуем 23 числа, это уже в этот ближайший понедельник. То есть все, что вам нужно, будет просто войти по ссылке в чат-бот. Дальше вы будете следовать уже, смотреть уроки, выполнять домашние задания. Там много чего, там есть разные форматы, разные пакеты. Ну, вот сегодня говорим, если базовый пакет, вот он сегодня дается со скидкой 33%, то есть $338, 9900 гривен, это дешевле, чем все бизнес-курсы и интереснее, инновационнее, чем большинство из них. И это не курс на самом деле, это просто телеграм-чат-бот, который ведет вас по пути, задавая вам вопросы, рассказывая вам короткую, но очень концентрированную полезную информацию, 5 минут в день. Все, и только до конца сегодняшнего дня такая акция. Все, друзья, это как бы то, что я хотел поделиться. Я очень хочу сделать с вами франшизу, если вы хотите того, с помощью чат-бота или любым другим способом, помочь вам, я вижу в этом миссию нашей компании в целом, помочь большему количеству предпринимателей запустить свой бизнес, тиражировать свой успех, заработать на этом деньги. Мы же ради чего все это делаем, в конце концов. И помочь другим людям, предпринимателям, начинающим, начать свой бизнес. Вот. Более безопасно и, конечно же, развивая ваш бренд.